Современное требование, предъявляемое к выпускнику медицинского университета, четкое и грамотное владение практическими навыками, которые обязательно будут востребованы в дальнейшей врачебной деятельности, а также совершенствование итоговой аттестации, поскольку именно на этом этапе виден результат деятельности университета. С 2020 года в Гомельском государственном медицинском университете на базе учебного центра практической подготовки и симуляционного обучения реализуется такая форма аттестации студентов, как ОСКО. ОСКО, или объективно структурированный клинический экзамен, это форма объективного оценивания сформированности профессиональных навыков студентов-медиков в симулированных условиях, а также возможность исключить субъективный фактор в его оценке, поскольку сам принцип проведения ОСКО – это проверка соответствия действий студента требуемому стандарту. Именно ОСКО позволяет продемонстрировать приобретенные практические навыки и выполнение определенных профессиональных задач, установление коммуникации и другие компетенции, необходимые для самостоятельного осуществления медицинской деятельности. Использование объективного структурированного клинического экзамена повышает мотивированность и ответственность студентов в освоении конкретного практического навыка. Для объективности оценки, дистанционного контроля, целостности ОСКО, Гомельский медицинский университет использует систему менеджмента симуляционного центра «Аргус», производство организации «Медкомплекс», Нижний Новгород, Россия. Все начинается с создания паспорта, документа, включающего методический и справочный материал, алгоритм правильного выполнения навыка. Далее создается оценочный лист, по-другому чек-лист. Именно с помощью него происходит оценка профессиональных навыков будущих врачей в Гомельском медуниверситете. Системой Argus достаточно легко создать чек-лист и заявку для проведения экзамена. Второй этап – оценка практических навыков студентов медуниверситета сам ОСКО. Проведение ОСКО – достаточно трудоемкий процесс. В основе метода лежит комплексная оценка с несколькими оценочными станциями, моделирующими различные аспекты клинической компетентности. Все участники проходят одинаковые испытания, последовательно переходя от станции к станции, в соответствии с расписанием. Результаты выполнения заданий при этом оцениваются с использованием чек-листов. Для проведения ОСКО могут быть использованы различные тренажеры и симуляторы, стандартизированные или реальные пациенты, а также дополнительные диагностические элементы, результаты ЭКГ, рентгенограммы, КТ, МРТ. Важным этапом объективного структурированного клинического экзамена является брифинг.
мероприятие, в ходе которого преподаватель знакомит экзаменуемых с основными задачами данной аттестации. Раздаются уникальные электронные ключи для входа на станции. Каждый студент обязан перед началом демонстрации навыка приложить ключ к считывателю, что позволяет автоматически открывать электронные чек-листы, а студент знакомится с клиническим заданием. Через 15 секунд автоматически после прочтения задания открывается дверь, и студент входит на станцию, где он выполняет необходимые манипуляции с целью демонстрации своих профессиональных навыков. В кабинете находится только экзаменуемый, лишь тренажеры и симуляторы окружают его. В отличие от традиционных устных экзаменов, формирование четких инструкций и оценочных листов на каждой станции позволяет привлекать в качестве экзаменаторов более широкий круг преподавателей и клиницистов. ОСКЭ позволяет заранее определить критерии сдачи экзамена и после его проведения предоставить обратную связь профессорско-преподавательскому составу и студентам. Тем временем в экспертной за студентом пристально наблюдают экзаменаторы, которые дистанционно оценивают правильность выполнения практического навыка. Для прокторинга, то есть дистанционного оценивания, на каждой станции расположены 3 видеокамеры, которые позволяют оценить каждое движение студента. Используя имеющуюся обратную аудиосвязь, можно сообщать экзаменуемому новое вводное, регламентированное ранее созданным паспортом. Нужно отметить, что для комплексного подхода к объективности оценки каждый студент-медик должен посетить не менее 5 таких станций и продемонстрировать достаточное количество изученных практических навыков.
Таким образом, использование дистанционного оценивания студентов при объективном структурированном клиническом экзамене позволяет надежно, практично и справедливо оценить знания экзаменуемых, симулированных, то есть приближенных к реальной медицинской обстановке условиях.